Учащиеся 7-9 классов школы Алматинской области вновь проверили свои знания государственного языка на ежегодной олимпиаде. В состязании могли принимать участие все, для кого казахский не является родным. Таким образом, организаторы из турецкого этнокультурного объединения АХСК пытаются привлечь подростков к углубленному изучению госязыка. Олимпиада проходит в 3 этапа – тестирование, аудирование и ораторское искусство. Участие в ней добровольное. Мероприятие проходит в Алматы уже в 6-й раз, и в следующем году планируется вывести его на республиканский уровень. Это не просто пустые слова о том, что мы говорим по-казахски. Это на самом деле дети учатся, дети пытаются. Даже многие, я знаю детей, которые прошли, вот первое место получали по олимпиаде и поступали не в русское отделение, а поступали вот именно в казахское отделение.